Азербайджанский танцор, лауреат международных конкурсов, руководитель Московской школы гимнастики и танца «Олимп Граций» Фарид Казаков исполнил танец под композицию Муслима Магомаева «Азербайджан». Посредством этого клипа я в первую очередь хотел привлечь внимание к нынешней проблеме и поддержать Азербайджан и весь народ нашей страны. Несмотря на то, что мы, творческие люди Азербайджана, уже с марта месяца находимся в вынужденном отпуске, страна нуждается в нас, нуждается в нашем внимании, нашей поддержке. Все прогрессивное человечество выражает решительный протест оккупационной политики Армении. Во многих странах мира проходят массовые акции против армянских провокаций и оккупации 20% территории Азербайджана, требуя освобождения азербайджанских территорий и возвращения беженцев. Фарид Казаков уверен, что голос деятелей культуры и искусства имеет важное значение. На Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи я представлял Азербайджан перед 25 тысячами зрителей и гостями фестиваля с патриотическим номером «Мой Азербайджан» на музыку Муслима Магомаева и стихи Наби Хазри. Я видел на передних рядах, люди плакали. И уже в завершении самого фестиваля организаторы признались мне, что этот номер был одним из самых сильных номеров за всю историю существования фестиваля. Недавние события на азербайджано-армянской границе сподвигли Фарида воссоздать этот номер в виде клипа и посвятить его памяти погибших при защите Азербайджана от армянских агрессоров. Медина Гурбанова, Эсмира Алиева, CBC.